«Русская кибернетика» с Евгением Сваловым и Александром Киреевым. О самом новом и значимом в российской электронной музыке. В еженедельном радиошоу и подкасте. Добрый вечер, дорогие друзья. Это «Русская кибернетика» и Джулиека начинает сегодняшнюю программу вместе с новой композицией «Открой свое сердце» – «Open your heart». Сразу же подключается Андрей, он же мистер Малой, а также господин Ронов в ремиксе Александра Тишкова. Далеко, Куба далеко, Сочи-Борния рядом. Шаверму или пойти.
Издательство «Байкальские кочевники» порадовало большим сборником, уже седьмым по счету под названием «Badar Chen». Композиция называется «Мечта – The Dream» от Лелло Фуско.
Эту пластинку начали слушать на прошлой неделе. External EP, она называется, от Рафаэля Осмо. И сейчас заглавная композиция External, внешний.
композиция получила в большей степени свое техническое обновление в виде нового сведения и мастеринга, но, безусловно, заслуживает внимания. «Amaze» и «Пляж Мандрем», «Мандрем Бич» в каталоге собственного издательства «Amaze Digital». We'll be right back.
неделю назад мы анонсировали премьеру двух композиций Фуркана Шинола в каталоге российского издательства Beatlek. Это одно из наиболее компетентных, продуктивных и регулярных органик хаус издательств на сегодняшней международной сцене, представляющей прежде всего Россию и дружественных артистов. Эта композиция Фуркана называется «Когда земля спит» – «While the Earth Sleeps».
впечатляющая новая работа российского электронного музыканта и продюсера Ильи Мазурова. Называется Eternity. Название трека начинается с восьмерки. В каталоге издательства Enormous Vision Илья выступает в этот раз под творческим псевдонимом Илларион.
композиция, которая в ближайшее время появится в каталоге издательства Elliptical Sun Melodies. Совместная работа Тима Айрона и Михаила Машкова. Называется That Vibe, Та Волна. Мы благодарим Михаила за возможность сделать сегодня эту предпремьеру. Александр Белоусов посвятил эту новую композицию «Городу облаков». City of Clouds, она называется в каталоге собственного издательства Александра Триори.
любопытный альбом известного российского музыканта и продюсера мы заприметили несколько дней назад. И похоже, что в лаборатории как раз послушаем кусочек альбома, особенную премьеру. Саша, тебе слово. В эфире лаборатория русской кибернетики. Ее заведующий Александр Киреев. Можно ли упаковать всю свою жизнь в два чемодана? Ну а в один чемодан или просто в рюкзак? Практика показывает, что под влиянием внешней силы это возможно самое больное – отбросить все лишнее и взять только то, что тебе нужно. Заслуженный музыкальный продюсер Александр Лейфар на издательстве Stwall Records примерно месяц назад выпустил чрезвычайно разнообразную пластинку True Necessary Kind, которую можно было бы записать в примеры аудиозаписи, которые можно сгрузить и взять с собой на необитаемый остров. Лейфар угодил буквально всем – танцевально, модно, кинематографично. Здесь есть все, что нужно – электрорэп, электроджаз, эйси, техно, хардкор, трэп, фанки, хаус. Если у вас дома собралась компания, которой надоели настолки, а хочется танцевать и попивать коктейльчики, при этом с культурной составляющей, то эта пластинка задаст множество жанровых загадок и поисков референсов. Откуда же эти кусочки были привезены и почему именно так сплетены в единый патчворковый ковер. Гости точно не заскучают. И на пластинке есть даже образцовый гимн какому-нибудь условному лав-параду. И мы возвращаемся к самому необходимому. Whatever you need. Так называется композиция нашего воображаемого рейва, как если бы он происходил, помечтаем, в Москве. Все каноны соблюдены, модная кислотность, прыгательная брейковость, знакомые сэмплы, уютные лекала. Другими словами, это все то, что нужно для отличного рейва. Лейфар и гимн «Whatever you need». Осталось только дождаться.
спасибо лаборатории русской кибернетики за высокоскоростную альбомную премьеру этой недели. А мы продолжаем вместе с уральским музыкантом Акселем Бруном. Александра можно поздравить с выходом в свет новой композиции «Breeze» в большой компиляции под названием «Solare» в издательстве «Natura Viva» — «Живая природа».
еще успеем сделать пару премьер до конца первого часа, тем более, что впереди ведь еще и второй. Сегодня, кстати, с замечательным альбомным миксом. Прямо сейчас пока еще малоизвестный, но, безусловно, перспективный проект Against All Odds. Вопреки всем препятствиям. Композиция называется Running для знаменитого латиноамериканского издательства Timeless Moment. I feel your heartbeat.
Oumuamua. Именно так называется новая совместная работа Сергея Босина и Ирины Эйндж. Композиция совсем недавно появилась в большом сборнике издательства Perspectives Digital. Завершен первый кибернетический час, и буквально через минуту начнем слушать новый альбом Ивана Рудыка, одного из главных героев российской хаус-сцены на протяжении фактически 3 десятилетий. Будет интересно, поэтому не отлучайтесь надолго. Русская кибернетика с Евгением Сваловым и Александром Киреевым. О самом новом и значимом в российской электронной музыке. В еженедельном радиошоу и подкасте.